из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры расскажет рокер Волощук. Добрый вечер, уважаемые любители рок-музыки. Ну вот мы наконец-то прибыли в отель. А мы ж когда ехали сюда, мы взяли с собой дорожный набор. Сало, яйца, соленые огурцы, свежие огурцы, зельц, соль и черный хлеб. Но мы не успели съесть, так быстро приехали. Даже не попробовали. Поэтому решили вот думать, дай-ка бы вот это. А тут как раз повод какой. Сотрудники отеля «Усадьба» оказались поклонниками творчества рок-группы Волощука СД. И решили подарить мне бутылку водки. Я говорю, мужики-то я же не пью. Ну что вы творите? Я уже бросил. Вы что, не знаете? Они не знаем. Тогда, говорят, мы подарим вашей супруге, вашему режиссеру, незаменимому помощнику. Мы ей дарим вот Моэт и Шандон, чтобы она выпила за наше, говорит, здоровье. Ну что же, говорю, мы не откажемся. От Моэт и Шандона не откажемся. Поэтому мы сейчас под вот эту нашу русско-хохлядскую закусь дорожную. Елена Ивановна выпьет Моэта и Шандона. Ну, а я боржомчик. Я люблю боржомчик. Хороший, настоящий, только грузинский. Не из-под крана, который заподяжили и газом наполнили, а он настоящий. Вот. А руки-то помнят, видите, аккуратненько, как положено. Это то с дуру, как начнут стрелять в потолок. Половину бутылки шампанского выливает. Моэта и Шандона. Руки помнят. Хотя желудок забыл, рот уже забыл, вкусовые рецепторы забыли. А руки помнят, не забывают. Елена Ивановна, Моэтику вам и Шандона. О, видите, пузырьки плывут. А это показатель хорошего шампанского. Не сразу там они выпьют, а они медленно плывут, постоянно. То есть запах, цвет. И вот эти вот пузырьки. Ну, а я себе что-нибудь покрепче налью. Что мне шампанским губы мочить? Я вон боржоми сейчас, как... Ну, давайте, Елена Ивановна, за этот прекрасный город, за его традиции, за этот щит нашей защиты России и Москвы, за смолян, за прекрасных смолянок и смолян. Дай Бог им всем здоровья, процветания, и чтоб здесь все развивалось. И особенно рок-музыка, чтобы развивалась. Вот тут, чтобы она, чтоб тут рождались настоящие русские рок-группы, которые покорят мир своей музыкой. Давайте. Ну как? Говорит, хороший, говорит, прям оторваться не могу. Ну, а это вообще прям у меня в голову ударило. Спать буду крепко, блядь. Обалденный боржомчик. Ну, а теперь я порадую себя любимой казацко-хохлядской забавой. Салом солененьким. С яичечком. Вы говорите, что мы не умеем праздники устраивать. Что вы? Это любимое дело русского человека, настоящего. Не со скукой сидеть со скучной рожей постной, а радоваться любому. Подарили Моэта и Шандона, радуешься. Ну, я понимаю, что это Моэта и Шандон. Какой-нибудь Абрау Дюрсо дали, вот шампанское. А Моэта и Шандон, ты вообще. Но все равно мы радуемся. Даже Моэта и Шандону. Вот. И что там всякие жульены? Вон оно. Радость-то. Сейчас попробую, как оно.
черного хлебчику, а? Бородинского. Как вы? Любите бородинский хлеб? А? Чем хохла не корми, он возвращается к салу. Ну просто шедевр. Это блюдо. Я могу есть его каждый день. Не надо едать. Так что так. Понимаю, что найдутся умники, как обычно, которые говорят, ты ж борешься с эклектикой, ты за чистоту стиля, а тут смешение. Мой это шандон и хохлядское сало с яйцами. Нет, ребята, это не эклектика вам, а это творческое развитие чистоты вот этого дорожного стиля. Дополнение творческое такое, знаете, продуманное, тонкое. Давайте добавлю я своему режиссеру чуть-чуть. Освежу. Надо освежить. Ну и себе освежу. Пока не захмелел, чтобы попадать. Поэтому никакой эклектики. Это и есть творческий подход к развитию стиля. Поэтому давайте за чистоту стиля и за творческий подход к его развитию. Всем хэви-метал, попсу, репа, шансонщикам огромный привет. Учитесь, пока я жив. Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Волощук.